Северском доме культуры торжественно отметили столетие района. От всей души еще раз хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником, со столетия района. Пожелать, чтобы будущие 100 лет были не менее продуктивными, прекрасными и насыщенными, как предыдущие 100 лет. Вместе с председателем совета Владимиром Захарченко, исполняющий обязанности главы района, вручил почетные грамоты и благодарности людям, которые своим ежедневным трудом обеспечивают социально-экономическое развитие муниципалитета, достигшего векового юбилея. В качестве почетного гостя мероприятие посетил один из бывших глав Северского района Адам Джарим. Я желаю нашему району мира, благополучия, уюта, достатка. Я честно вам отслужил эти 11 лет. Низкий поклон всем жителям Северского района. Слава Северскому району! Спасибо! На сцену Адам Джарим поднялся вместе с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Иваном Пиронко, немало сделавшим для развития и процветания Северского района. Полвека моя семья, вот из этих 100 лет, живет в Северском районе. И я всегда светлую память моему отцу, еще раз просто скажу, я его благодарил и сказал, огромное тебе спасибо за те вещи, которые ты сделал в моей жизни. Ну это первый то, что родил меня с матерью на эту землю, выпустил, и вот уже живу столько лет. И второе, то, что ты в определенный период нашей жизни принял решение переехать из Башкирии, нефтяных районов, из Сумбайского района сюда, в станицу Азовскую, в совхоз Азовский. В ходе мероприятия вспомнили все исторические вехи и имена тех, кто строил, восстанавливал после войны и развивал район вплоть до сегодняшнего дня. Ты только будь, пожалуйста, со мной. Товарищ, правда, ты только будь, пожалуйста, со мной, товарищ, правда. Гостей порадовали концертной программой, состоящей из номеров местных и приглашенных артистов из Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.